Попасть в эти места мечтает без ложной скромности весь мир. А все ради того, чтобы стать свидетелем чуда северного сияния. Но не надо думать, что все так просто. Как по щелчку выключателя, северное сияние, конечно, не загорается. Его еще поискать надо. Да и открывается оно не каждому. Но нам-то с вами повезет. Доброе утро, Мурманская область! Охота на северное сияние начинается! Мурманская область занимает Кольский полуостров и часть материка, то есть почти полностью располагается за полярным кругом. А поэтому этот регион – одно из лучших мест на планете для погони за северным сиянием. Благо, в этих местах такая погоня может стать увлекательным приключением, во время которого и регион изучишь, и природой полюбуешься. Вот, например, Баренцево море. Оно омывает регион с севера и северо-востока. И для таких искателей приключений, как я, тут тоже есть зачем поохотиться. Ну что, погода шепчет? Шепчет. Как думаешь, удастся нам поймать сегодня что-нибудь? Конечно, удастся. Ёжики, гребешки, сейчас все наловим. Твоя уверенность мне нравится. Добро пожаловать на борт! Володь, я даже не знаю, с чего начать. Подожди секундочку. О, вот мне кажется, так будет лучше. Может быть, есть какая-то примета, что вот это место 100% уловистое? Где скалы, там всегда есть ежик. То есть на песке ничего не живет. Что из себя представляют морские ежи? У них же нет ножек. Нет, они передвигаются на своих иголках. Сантиметра два в сутки двигаются. Ага. Это как морской фильтр, он поедает все, что можно, и очень полезен. А гребешок тоже живет на камнях? Ну, гребешок живет и на камнях, и на песке, но глубже. И он сидит так, открывшись, ага, и поедает там все, что мимо него проплывает, мелочь какая-то. А как он передвигается? Вот так. То есть он заглатывает воду и, получается, выплевывает ее? Резким движением, да, и передвигается. А почему это такой деликатес? Его сложно доставать. Сложно доставать? За ним надо погрузиться на 30 метров. Ну, 30 метров – это уже глубоко. А если чуть помельче, там водится гребешок и еж? Шансы есть, но меньше. А что больше любишь, гребешки или морские ежи? Лучше рыба – это колбаса. Ну что, мне же больше достанется. Если, конечно, костюмчик для начала одолею. А это у тебя что такое? Это мыльная вода, чтобы костюм надеть. Либо размерчик он какой-то. Мама! Рыбалка начинается. Поехали. Маска где? Слетела? Ага.